5 селах Шетского района отремонтировали автомобильные дороги. Как проведена ремонтная кампания в рамках государственной программы «Аул Ель БСГ» узнавал наш корреспондент. Это село имени Сакена Сейфуллина. На 8 улицах населенного пункта впервые уложили асфальтное покрытие. По словам местных жителей, такие мероприятия здесь никогда не проводились. И сельчане очень рады новым дорогам. Также было обновлено освещение. Ранее была просто грунтовая дорога. Испытывали определенные трудности. Но сейчас вот в связи с постелением асфальтовой дороги, черным покрытием, очень хорошо и удобно и для людей, и для автотранспорта, для сообщения. И освещение, соответственно, тоже было проведено очень хорошо. Народ доволен, мы благодарны. По словам акима Мухита Мухтарова, помимо автомобильных дорог, в районе за 4 года в рамках программы «Аул Ель БСГ» были отремонтированы 4 образовательных учреждения и 2 медицинских объекта. Также в селе Агадырь были заменены водопроводные сети. В этом году мы отремонтировали дороги в 5 населенных пунктах. На эти цели выделили 730 миллионов тенге. Сейчас работы полностью завершили. Все средства освоили. У сельчан должны быть созданы все условия. Именно на это направлена программа «Аул Ель БСГ». Заасфальтировали улицы в Аксу-Аюлинском сельском округе. Средства выделили из местного бюджета. Однако 2 объекта подрядчик сдал поспешно, а заключение заказал в частной лаборатории, рассказывает инженер Ирмек Смаилов. Этот объект был принят без нашего контроля. На этом участке уже работы завершены и уже полностью оплачено без нашего одобрительного заключения. Ну, мы сейчас что можем сделать, то можем сделать только визуальный осмотр. На первый взгляд, как бы таких особых дефектов тут не наблюдается. Но надо смотреть в динамике. Подрядчик был вынужден обратиться в частную компанию, так как у него не хватало средств. Поджимали сроки сдачи объекта. Теперь будем заключать договоры только с Национальным центром качества. По словам специалистов, асфальт соответствует всем нормам. А вот были ли допущены дефекты при строительстве, покажет время. Дин Мухаммед Амангазулы, Бульдурген Асхат, телеканал СРРК.